очаровательное, прохладное, хмурое, осеннее, уже не моросящее питерское утро. Уже не моросящее, или лучше, точнее сказать, пока не моросящее, поморосило, а сейчас маленький перерывчик. Но по традиции начнем со стихов. Со стихов, которые стали песней. Непогода. Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде. Непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода. Полгода совсем не беда. 6,5 градусов сейчас в Петербурге, а днем температура воздуха в Петербурге составит 9 градусов тепла. Пока на улице темно и облачная обстановка не слишком ясна, но совсем скоро прояснится. Солнце в Петербурге сегодня взойдет в 8 часов 26 минут, и все станет ясно. Что там у нас с облаками? Мне кажется, что с облаками у нас сегодня полный порядок. По-моему, все небо покрыто облаками, потому что буквально несколько минут назад в Петербурге накрапывал дождик. Будет ли дождь еще? Да. И не раз. Сегодня вот такая дождливая осенняя погода в Петербурге. 744 миллиметра ртутного столба. Таково атмосферное давление. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западных направлений не такой сильный, как вчера. Его скорость днем составит 4-6 метров в секунду. Сейчас он совсем, ну какой-то совсем чуть-чуть, еле-еле, где-то 2 метра в секунду. Конечно, мы что-нибудь тепленькое на себя набросим, и этот ветер нам будет не страшен. А чтобы не мочило сверху, захватим с собой зонт. И все у нас с вами будет просто великолепно, даже несмотря на эту прелестную осеннюю питерскую хмурость. Самая жаркая погода в Петербурге в этот день плюс 19 градусов. Это хорошо, 19-е, а? Но это было очень давно, в 1896 году, в год первых Олимпийских игр. А самая холодная погода, минус 4 градуса в этот день, была в 1965 году. Геомагнитная обстановка сегодня среднеспокойная, возможны небольшие геомагнитные бури. Ну, самое главное, захватите зонтик. Думаю, что этот зонтик защитит нас с вами и от небольших геомагнитных бурь. И, конечно, совсем чуть-чуть о погоде в Ленинграде. Области. А что там, в Ленинградской области? Так же, как у нас, хмуро и пасмурно. Сейчас расскажу. Сегодня в Подпорожье 3-5, небольшой дождь. В Бокситогорске 5-7, небольшой дождь. В Выборге 8-10, небольшой дождь. В Ивангороде 9-11, небольшой дождь. В Петербурге сейчас 6,5, днем 9, небольшой дождь.